Приветствую всех на моем канале. Сегодня будем тестировать планетарный миксер фирмы First, модель FA-52596. Машина куплена на розетке, пришла быстро, без замечаний, в полной комплектации. К важным техническим характеристикам и мерам безопасности относятся следующие. Мощность 700 Вт. Чтобы продлить срок службы миксера, не допускать его работы в непрерывном режиме дольше 5 минут. Перед дальнейшим использованием дать миксеру остыть в течение не менее 10 минут. Советы по эксплуатации. Крюк для теста. Диапазон выбора скорости с 1 по 3. Время работы не более 5 минут. Максимальная масса муки 600 грамм. Максимальное соотношение муки и воды 1 грамм муки 0,6 мл жидкости. Лопатка для смешивания. Диапазон выбора скорости с 1 по 4. Максимальное время работы 5 минут. Венчик. Диапазон выбора скорости с 1 по 6. Максимальное время работы 5-7 минут. Не менее 3 яичных белков. Мне нужен был миксер для взбивания бисквитов и кремов. Пеку я для себя, продажей не занимаюсь, поэтому такой объем и мощность пока более чем устраивает. Для вас я провела следующие тесты. Первый тест. Копейка. Так, классно? Да. Ну, давай на первый. Достает. Он не гоняет ее, он достает. Встань сюда, посмотри. Да, я вижу. То есть достаточно. Да, все, выключил. Второй тест. Взбивание белков. Взбивание одного белка. Один белок миксер не взбил. Два белка. Уже операция выполняется. Время взбивания 1,5 минуты. Три белка. Миксер работает намного лучше. Взбивание выполнено за 1 минуту. По паспорту производитель рекомендует взбивать не менее 3 белков. Третий тест. Приготовление бисквитного теста. Рецепт классический. 5 яиц. 150 грамм сахара, 150 грамм муки. Я считаю, что миксер справился отлично. Тест номер 4. Масляный крем. Тест номер 5. Швейцарская меренга. На 3 белка 225 грамм сахара. Тест номер 6. Замешивание крутого теста на чебуреки. Сто двадцать пять миллилитров воды, 250 грамм муки. Машина хорошо вымесила тесто, но по звуку было слышно, что идет перегруз. Миксер со своими задачами справляется. Хорошо крепится к поверхности стола присосками. Звук, как у обычного миксера. Первые впечатления хорошие. Если видео вам было полезным, ставьте лайки, жмите на колокольчик и подписывайтесь на мой канал. Всем спасибо за внимание и до новых встреч!